A few moments later. Всем привет! С вами 13 из Иксов. И сегодня мы с вами опять немножечко повзрываем. Поехали! Не так давно мы с сыном играли в машинки на пульте радиоуправления, и мне пришла в голову отличная идея использовать данную машинку как дрон-разведчик. Грубо говоря, устанавливаем камеру на машинку, устанавливаем в телефон приложение GoPro, телефон убираем в кейс, чтобы можно было удобно смотреть. Берем пульт и ездим по комнатам, которые в перспективе нужно чистить. Смотрим, есть там противник, нет там противника, есть там растяжки, нет там растяжек. Вот в таком ключе. Но все-таки я снимаю про пиротехнику, и дальше мне пришла в голову еще одна идея использовать машинку на пульте радиоуправления как дрон, как доставщика уже инициированных гранат под ноги к противнику. Это мы сегодня и попробуем сделать. И вот наша сегодняшняя машинка. Перед тем, как ее использовать, на мой взгляд, нужно сделать несколько манипуляций. В частности, защитить корпус машинки от взрыва. В этом нам поможет немножечко свинца. Мы, по крайней мере, попробуем защитить от взрыва. И двусторонний скотч. Также нам надо приклеить камеру. И сделать, наверное, одновременно кузов и некий барьер, да, от защиту камеры от взрыва. Такой получается тракторок. Ну и последнее, это разместить гранату, также на двусторонний скотч нашем. Кузовке. Вот такое получилось у нас изделие, такой дрон-уничтожитель. Я надеюсь, что данная машинка не погибнет после первого взрыва, и я смогу ее использовать еще несколько раз. Ну и давайте пофантазируем, где это можно использовать. И как инициировать гранату, да, спросите вы, я отвечаю.
Для примера возьмем стул, на ножку которого я закрепил обрывок от булавки. Эту булавку нужно вставить на место чеки в гранате. Ну, собственно, вот. Булавка вставлена на место чеки. И самое одно из важных моментов, это то, что она установлена по ходу движения машинки. Машинка переедет вперед, ну и булавка выскользнет из отверстия спусковой скобы. Ну что, давайте подведем итоги сего мероприятия. Таговскую грену инициировать не получилось, потому что пружина, которая отталкивает спусковую скобу, у тагов очень мощная. Ну, для ручных гранат это плюс, да. Вот в том виде, в котором устанавливал я булавку в отверстие для чеки, мощность машинки не позволила, грубо говоря, извлечь иголку булавки из отверстия. То есть ее просто не получилось инициировать. Получилось взорвать две страйкартовские гранаты. Со страйкартовскими гранатами таких проблем не возникло. Но какой минус вижу? Да, короткий интервал времени, который вам дается на то, чтобы уничтожить противника, это там 3-4 секунды, да, не позволяют настолько быстро и точно маневрировать машинкой и подъехать к противнику. Все равно начинаешь мешкаться, машинка не туда поехала, какие-то такие моменты. Поэтому моя идея использовать данную машинку как доставщик гранат под ноги противнику провалилась. Это просто невозможно. Ну, я в принципе знал, что это невозможно, но хотел по приколу попробовать и показать вам. Но одновременно с этим использовать такую машинку с камерой, как дрон-разведчик, вполне себе возможно. На этом, наверное, предлагаю закончить. Всем спасибо за просмотр. С вами был 13 из Иксов. Ну, даже она, да, закончила. Всем пока. Камера работает, если похуй.